НАБУ приступила к расследованию земельных операций Вадима Рабиновича. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Каплин. Какие новые доказательства появились в деле одиозного политика? Подробнее в нашем материале. Муж без жены, что гусь без воды. Супруга Вадима Рабиновича в очередной раз выручает его, когда возникают финансовые проблемы. Нардеп Сергей Каплин утверждает, она получила от российского бизнесмена Павла Фукса гарантийный платеж в размере 22 миллиона гривен за землю, которая стоит в 18 раз дешевле. А затем одолжила эти деньги мужу. Информацию о земельных махинациях супругов Сергей Каплин отправил в Национальное антикоррупционное бюро и сегодня получил ответ. Детективы привлекли этот эпизод к делу одиозного политика. Мы направили доказательства в НАБУ. НАБУ приобщила эти отдельные фрагменты к делу Рабиновича. Суть очень простая. Нужно было каким-то образом отмыть незаконно полученные из-за границы средства на свою политическую деятельность. В том числе на проплаченные митинги, в том числе на проплаченные ролики и целые передачи на украинских телеканалах. Они поступили как настоящие аферисты. Это та самая земля в Иванково, Киевской области, которую так успешно продала его жена. Возможно, прибыль от этой сделки частично обеспечила Рабиновичу и аренду виллы под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц, и отдых на одном из самых дорогих курортов Израиля, и многомиллионное путешествие на яхтах и частных самолетах. Но вот все это и не только политик забыл указать в своей декларации. СМИ уже неоднократно писали о роскошной жизни бедного украинского депутата. Но вот ответить, откуда деньги, должны детективы. Правоохранительные органы расследуют уже 5 уголовных дел, заведенных против Рабиновича. Сергей Каплин также напомнил, что избежать наказания нардеп может с помощью своего израильского паспорта. Еще в прошлом году журналисты узнали, что у политика двойное гражданство, что запрещено Конституцией Украины. По информации нардепов, уже через несколько месяцев все эти факты генпрокуратура представит в парламенте. Что грозит Рабиновичу потерей и депутатского мандата, и украинского гражданства.